Вы посмотрите, качок решил качать права, увидел Казанову и хочет его нагнать. А молодой подписался за Казанову. Вот средний прайд, и посмотри, решили вообще не пускать. Ни главный прайд, ни молодежь. Теперь они главный прайд. Так, молодец, Казанова. Опыт, как говорится, не пропьешь. Выбрал время и пришел. Тут полно вон мяса. Так что Казанова наестся от души. Казанова молодец, вот секрет его такого долголетия, выживаемости, потому что действительно сколько он уже пережил, и царствование лорда, и рыжика, и потом АПГ, в котором он, кстати, сам был на главных ролях, так сказать, с малышом.